Нет ли у тебя спичек? Есть, но вам я их не отдам. Почему? Каждый раз, когда я вам отдаю спички, потом у меня одной не хватает. И как ты расходуешь свою зарплату? 40% на еду, 30% на одежду, 30% на коммунальные расходы, 20% на развлечения и на непредвиденные расходы. Но это же получается 120%. Но в том-то и проблема. Слушай, пришелец, а не пропустить ли нам по рюмочке, а? Ты можешь и пропустить, а я, пожалуй, выпью. Лучшими днями моей жизни я обязан Карпатам. Как это понять? Ты же там никогда не был. Я нет, но моя жена ежегодно ездит туда отдыхать.